Нашел обломок самолета Ту-154, когда убирал море. Сочинский блогер Степан Тагаев видео с таким названием опубликовал в интернете. На кадрах он убирает с берега пластиковый мусор, при этом призывает местных жителей присоединиться к очистке пляжей и демонстрирует зрителям необычную находку. Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть. Явно деталь самолета. Вполне возможно, что этот обломок принадлежит самолету Ту-154, который рухнул в море возле Сочи в декабре 2016 года. По некоторым данным, видеоблогер собирается передать найденный кусок металла в правоохранительные органы.